Добренько. Всем добренько. Так, всем привет, с Новым годом и с днем рождения. Спасибо. Чё? Виски хорошие. На. Хорошая бутылочка, мы сегодня приговорим, походу, блядь. Кто подарил Саньку? Ни хрена не подарил. Мы уже давным-давно друг другу подарки не делаем, так что ни хрена не подарил. Да, блять, у нас так-то еще одна бутылка виски там стоит. Такая же Джим Пил, только не медовая какая-то другая. Джим Пил, только не медовая, как яблочная, да. Не, может, конечно, и коньяка нахуярить, да, прижим. Ну да. О, большущее спасибо. Олег, привет из верхней Салды. Удачи в развитии канала. Спасибо большое, братан, спасибо. В Верхней Салде лично был. Прекрасный город. Все круто, в музее. Да какой в Верхней Салде? Это мы в кинотеатр когда заходили поссать. Заезжали туда. Ну, ты в кем-то рассказывал. Ну, мы посмотрели, как кинотеатр выглядит. Все классно. В Верхней Салде 2 раза или 3 раза был я. Спасибо за донат. Так, ну здесь я, кстати, бывал. Что там, застрял дядя? Хрена себе, это что за фокусы опять? Новые приемчики пошли. Олег, я с тобой. Если пройдешь, обещаю тебе приват-стрим на OnlyFans. Это мне не нравится. Привет, Олег. Будь добр, передай привет Мише, который тебя смотрит от Артема и тебе заранее благодарен. Я буду тебе помогать. Привет, Мише. Порой. Эти который тебя смотрит от Артема. Даже шутки, но не забывай, даже если шутки, но не забывай. Да, блять, отвалите нахрена. Вот видите, то есть смысл в чем? Я же дошел до костра, но я не помню, как я до него дошел, до этого костра. О, боже мой, Мариша. Спасибо, Мариш. Куда лечу? В Нижний Тагил, Марин. Так. Но суть в том, что у них вот в основном очень красивые номера. Новым годом. Олег. Расскажи, пожалуйста, про свое первое знакомство с консолями в 90-х. Спасибо за донейт. Первое знакомство с консолями началось с деньги, когда мне дедушка купил приставку. Я... Сейчас, первый, второй донейт. Олег, а земляничная поляна осталась? Земляничная поляна? Да, по-моему. А, Санек говорит, закрыли уже. Ну это вот это, которая музыкальная это. Говорит, вроде закрыли ее. Но. А с консолями как? Дед купил приставку вот
повел меня, значит, мы с ним пошли. Ну, мне лет 7, наверное, было. Какому-то мужику, который банчил приставками, но дед его, видно, знал по работе. Скорее всего, у меня дед работал водителем Икаруса, вот этого гармошки, когда они еще ездили. Вот, видно, у них там тоже в Папате работал мужик, который еще банчил приставками. Вот мы пошли к нему домой, и там у него был полностью сервант, набитый картриджами, приставками. Была Sega, получается, только-только он сказал, вот, типа, новая приставка Sega есть, дорогая, есть Dendy. И вот первую мне купили Dendy Classic, которая вот эта вот. И я на этой Dendy Classic прекрасно играл, это было. Вот это первое знакомство с приставками было. Что за фигня? Мне очень нравилась Dendy Classic моя. Она очень хорошо работала, не ломалась, потому что у всех у других приставки ломались, всякие эти сюборы, хуёры и прочая херня. А Classic был замечательный, надежный, и он очень хорошо мне верой и правдой служил. Ни джойстики в нем не ломались, ни сама приставка не ломалась. Потому что я помню у друзей, то джойстики они меняли, то еще что-то у них ломалось, то игры не работали. У меня на классике вообще все идеально работало. И джойстики все работали. Вот. Ладно, там демон этот придурковатый. А мне как нравилась одна баба, до сих пор ее не забуду, хоть после нее и другие тёлки были. Это так у многих, кстати. Есть. Рёбарчук. Какой ты, блядь, сонный мальчик. Какой, блядь, котик. Ох, какой котик, ох, какой котик. Ну, какой котик. Белый кот, да. Так. А потом, допустим, вот я как-то был такой случай, когда я наехал, был огромный ливень, просто там стена дождя, вообще ничего не видно было. Но при этом так получилось, что мне надо было как бы с работы домой добраться, а я парканулся возле магазина незнакомого. И когда начал сдавать... Или передом, или задом, но не суть. Что там, говорю, был куда такой ливень, что ни хера не видно. И с дороги, из асфальта торчал такой небольшой штырек арматуры. Где-то сантиметров так. Ну, вот такой, наверное. И я прям нахерачил на него, днищем наехал. Причем я вообще не понял. То есть у меня машина встала, как колом, блядь. Газ жмешь, она что-то там шуршит. Нихуя не видит, я думаю, что за хуйня? А выходить на улицу, извините, там, блядь, просто столб воды. Я думаю, на что ты наехал, на камень или на что? Ну, думаю, похуй, не выходить же. Газ до талом нажал, а так проскрипело, еле-еле съехал с него. Потом вышел, все-таки посмотрел, что это был штырь. Только ничего, но этот, сука, штырь попал именно... То место, где шли вот эти все магистрали под нищу, вот эти все трубки, стальные или медные они там, блядь, стальные, наверное. Всякие тормозные, блядь, бензонасос, обратка бензина, все это нахрен позагибало так, что... Да, коробка начала пинаться, короче, там жестко вот эти все трубки просто расплющило нахер, блядь. Там бензин вообще непонятно как тек, то есть там трубку бензина... Вообще сплющило, блядь, где-то вот на метр, блядь. А в конце еще, где она к топливному фильтру заходит, вообще согнуло нахуй, блядь. И все равно бензин как-то шел, но он хреново шел, поэтому машина очень плохо работала, но он шел. Вот, и я потом искал сервис, где мне их поменяют. Одного мужика нашел, который до этого мне делал машину. Он говорит, у тебя тут пиздец, потому что я трубки эти купил... Там как раз чувак Галант разобрал, такой же, как у меня. Я у него за 500 рублей весь комплект этих трубок купил. То есть вообще как бы за копейки. Но проблема-то не в том, чтобы их купить. Проблема в том, чтобы их поставить. Потому что, чтобы поменять эти трубки, получается, бензонасос, сказать,
Надо открутить подрамник двигателя, приподнять двигатель, и только тогда будет доступ. И первый мастер не согласился, говорит, у меня нету оборудования, чтобы этой хуйней заниматься. Мне пришлось другого чувака найти, нашел, как-то так. Ну и в принципе они мне поменяли за день эти трубки, сейчас нормально стало. Эй, Бог, не дунь! Эй, Бог, не дунь!